Хуяк. Нет. Короче, я уже потерялся. Пиздос, ну ты понимаешь, что территория подсвечена. Я тебе могу, в принципе, и координаты назвать. Не надо, это читерство. Вот. Давай своими ручками плотными. Да, вот, что-то светилось. Цель там лава еще, может. Вот это, поэтому нужна карта, просто чтобы ориентироваться можно было. Ну, берешь, короче, вот мой тростник и крафтишь компас, а редстоуна нету, поэтому сосешь. Ну, вот. Ты ж плохой шахтер из тебя. Никакой. Ну ты до сих пор, блядь, редстоун не накопал, сука. А, кстати, я не... Так, это... Я либо кругами хожу, либо еще что-то. Непонятно. Да, доходу я туда иду. Потому что вот он, чувачок. Интересный, красивый. Чувачок? Да, что вот, все чувачков? нашел. Я на месте. Так. И что, много чего ты сделал? Нет, так я не пришел еще, я просто, чтобы не пойти... Ок. Ко-ко-ко. Киллер. Бля, воздух. О, успел. Сдох, есть. Нет, выпало. Киллер, нет, не надо. Ничего не выпало с него. Так. Ну все, замечательно. Тут тоже бы хорошо осветить, потому что вот эти вот уроды меня бесят. Пиздец, по 20 лет каждому нахуй играем в Майнкрафт. Что? Окей. Так, с чувака выпало это, что это такое, я забыл, порох, вода. А, с чувака, ну это называется, короче, сейчас я тебе скажу. Крипер, во! О, спасибо, я забыл. Я тебе напомню. Давай не видите. А чё, их ударишь, они зависают как-то? Не знаю, меня пиздят что-то. Ну, это, по крайней мере, зомби. Вот я его ударил, он стоит такой секунды две. Бля, я хотя бы в игре пожру, нахуй. Дома же жрать нечего. Тут жареная баранина, ох, как классно. Котлеточки. Да ты, хуйня. Мне говорят, пить вас всё. Мне, во-первых, общагу не берут, во-вторых, там жрать нечего. Жрать там полюбас, ничего. Там Рома еду готовит, понимаешь? О, ты вернулся. Да я не вернулся, я освещаю подальше. А, нормально. Ты горы еще хотел осветить, ничего ты не смог. Я вот эту вот гору осветил. Гору. Я имею в виду, что нужно ее как-то, не знаю, еще дальше, выше подняться. Наверное, вот тут тоже сейчас освещу. Так, вот здесь. Нормально. Дурацкая идея. Так. Кабла есть, великолепно. Так. О, теперь отлично. Теперь, я думаю, надо еще на ту сторону перейти. Ты вот ту гору имеешь в виду, которая около воды? Ну ты вот, которая вообще гора славы, вот эта вот, на которой ты стоишь. А что, она тебе не освещена, что ли? Ну бля, ну сука, ну неэффектно. Как есть. Так. Здесь еще говори там, когда прыгаешь. Бля, уже посветлело. Да что так быстро? Я не убью никого еще. Словцы. Я еще вот эти тоже освещу. Ну не вот эти, а вообще вот все вокруг. Ну ты мужчина. Так. Сейчас грядки твои потопчу. А нет, не потопчу. Ну быдло же. Ты понимаешь, сколько идет запись, я матюкался меньше, чем ты. Я вообще не матюкался. Почти. Матюкался. Да. Вспомни, что я... А хочешь, я твоим зрителям расскажу, как ты в университете матюкаешься? Ну, я это вырежу все равно. Нет, ты не умеешь пользоваться... Как там быть? Вегасом? Вегас, да. Я и без Вегаса вырежу. Скачаешь видосик на телефон, там обрежешь, короче, да? Нет, зачем? Виртал дуб. Берешь, тупо режешь. Или не виртал дуб. А, нет, а White Mux. Он заметил, что... перекодирование. Ну, сука. Заметил, что Microsoft Office вообще нихуя ничего такому не учит. Ну, в смысле, там нету никаких подобных вещей, чтобы, блядь, редактировать аудио, либо видеозаписи.
Пошел нахуй. Хуй тебе сейчас, скажи еще. Не, подожди, а зачем они там нужны? Ну, в смысле, да, они как бы нужны, но, блин, их вроде не говорит. Ну, блять, а кто часто пользуется Ацесом, нахуй? Мне кажется, вообще современные, блять, эти баз данных на Ацесе не хуярят. Ну, смотря для чего баз данных. Если тебе нужна просто база, где ты там будешь на точке торговать там помидорами, то, блин, Ацеса хватит. Ну, блять, кто нахуй торгует помидорами на точке? Я не знаю, что мне первое в голову пришло, то я сказал, в принципе. Утекаешься же. Не чай. Утекаешься. Чай. Ты виноват. Я вообще самый чистый человек. Разумный. Нет, я самый чистый человек. Если нет. Ну что ты мне отдал? Я в лицо вообще в зеркало смотрелся как. Ну бля, давай вот не перед зрителями, близ. Перед зрителями. Три человека посмотрят от силы. Первые пять минут. Нахуй. Вот, смотри, посмотрят тысячи, короче, и попросят летсплея записывать. Mm-hmm, да. Летсплей. Очень такой... интересный летсплей. Один где-то там ферму делает, другой мается какой-то. Ну, давай вот так вот. Один успешный, другой так себе. Постоянно убирает. Вот, если кто-то до этого досмотрел, вот увидите, да, вот это вот. Все хорошо. Только вон, что чанки были, я... Нахуй ты эту гору еще засветил? Ну ладно, как ориентировочник уйти. Я ж тебе говорю, чтобы это, не теряться. Все, я не быдло. Ты сказал. Я не быдло. Это у меня мало факелов, пойду возьму еще. Так. Эксперимент. Понятно. Везение. Нормально. Лак. Прыгнул с горы в воду, на воду не попал, нормально все. Ну, чтоб ты сдох, тварь. Что я могу сказать? Стеклышки. Я люблю стеклышки. Да, ты любишь бум-бум-бум стеклышки. Ну вот я стою как раз. 15. Как все дела, нормально? Да, нормально. Охуенчик. Даже не смотрит. О, выросло, нормально. Кстати, только так. Что... Так. А это я не продумал, слушай, вход. Окей, где у нас тут центр? Если здесь по одной. А ты уголь забрал, да? Да не, я ничего не трогал. Ну, в смысле, оно в печках лежит. Печка. Вот, блин. Есть же Майнкрафт под геймпады. Чё нельзя было. Ну, в смысле, на Xbox, там, на PlayStation. Почему нельзя сюда его внедрить, поддержку вот эту? Вот очень удобно вот это вот сидеть вот так вот, непонятно как скрутившись. Взял в кроватку, лег, сиди спокойно себе. Я не приношу геймпады. Наверное, я привык, к ним просто не привык, я не знаю. Я тебе говорю, вот я... Не, ну тут смотря какая игра, потому что вот в гонки те же играю, да? Там стрелялки. Стрелялки там вообще невозможно. Стрелялки невозможно, да, я пытался. Это такая дрочь вообще. Матюкаешься. Это не мат. Дрочь, это не мат, хорошо, я запомнил. Приряпцеву я скажу, ничего. А давай я Чеботаревой скажу, что ты сказал дрочь. Она скажет, приведи это. Скажи ей, что я ее послал вообще. Ты понял? Вамс. Да. Тем более ты не скажешь, ты к ней не пойдешь. Ну я хожу на пары, в отличие. Да, ходишь на пары. Ну хотя да, блин, на пары ты сейчас чаще меня ходишь. Ну вот, если б ты не проболел, может быть, ты запотел, ну хуй знает. Ты расслабился, короче, все. А почему? Сладко. Я посмотрел на тебя, думаю, ну нормально все. Ты расслабился. Я смогу. Ты расслаблен вообще. На листья не ставится факел? Ладно. Не, ну, на листья факел, много не, ну как бы да, это логично, но, блин, ну ставится. На листья факел. Так. Ты там в шахту полез или еще? Нет, я все освещаю до сих пор. Что, ну ладно. Ну вот, вот думаю, блин, наверное, недостаточно, конечно, но в принципе неплохо должно быть. Так, а ты на какой горе пытаешься? Ага, вон я вижу твой ник все. Так,
так. И вот так. Кстати, купил братану уже на днюху Майнкрафт на PlayStation 3. Даже не знаю, гоняет он или нет. Нет. Она, кстати, обрезана этом. Ну, там, короче, какие-то эти, походу, с модами или с картами было какими-то. Чего? Моды на PlayStation? Что-то я отстал, наверное. Да, что-то такое было. Ну, по крайней мере, я решил, когда создал, ну, создать новый мир, короче. Uh-huh. Вот. И получилось так, что там были какие-то другие виды карт. Какой-то Хэллоуин или что-то в этом. А, Skyrim был, вот Skyrim я точно вспомнил. А, ну то, наверное, загружаемый контент. Там же нельзя просто скачивать карты. Да, по-любому. Ну то не то, что моды. Просто. Ну да, моды. Я переувеличивал, я же сказал, просто карты. Ну или хотел сказать, но блин, не сказал. Я вот хочу себе Minecraft Xbox на комп просто. Там, во-первых, геймпад, во-вторых, он тормозить не будет, скорее всего, если, ну, портанут нормально, конечно. И в-третьих, не знаю, он как-то мне больше нравится просто. В-третьих, там нету мультиплеера, да? Что? Там есть мультиплеер. С ПК социальными чуваками. Да, этого нет. Можно, я думаю, как-нибудь интегрировать будет. Опять же, выделенные сервера, все такое. Ну вот, доучись, пожалуйста, до четвертого курса. Да, хотя спасибо бы. Большое, отличный совет, доучись до четвертого курса. Угу. Вот. Сессию бы эту сдать. Да это уже сдавать, это в следующем, походу, семестре будет. Ну, понятно, это уже бесспорно. Ну еще, сука, блять. Если б не стекло, я в тебя выебал. Ладно, я пойду и дам тебе по ушам. Все, у меня сточилась кирка. Она опять появилась, опять сточилась. Нет, крипер, нет, не надо! Сука, гонщик ебаный! Ну, иди за мной под воду. Глубины Нептуна. Иди нахуй! Я же хитрее тебя. Да-да. Давай подведем итоги. Что я за этот час сделал? Расставил факелы. Попиздил меня хорошенечко. Да кто кого еще? Что еще? Ну, сука, одел броню такой. Броню чисто одел. Остраться начал. И все. Ты что, в шахте покопался? Да что там в шахте? Что я там накомпал? Накомпал. А, ну накомпал. Железо. Ты мне угля накомпал. Вор. Короче. Ты у меня взял уголь, я у тебя беру стекло. Ну сука, а тебе куда его тратить-то? Нет, я одно возьму. Типа я, короче, скину то, что я взял, все вот это стекло там еще делается. Вот то, что я взял, я тебе в ящики скину. Иди. А то я тебе пиздец бы сразу дам. А я тогда вот так сейчас сделаю. Возьму вот это одно стекло. Так. И что я сделаю? Со стеклом. Нет, я возьму 6 стекла, точно. У меня есть идея. Блин. Есть шикарная просто идея. Просто ты разводишь людей на стекло. А? Это рэкет, да? Что? Рэкет. Ну ты типа приходишь, грабишь меня там, блядь, все дела. Как ты думал? Вот. Вот. Вот, короче, что с этим можно сделать, я не знаю. О, такие звуки тут, короче. Ну я ж не в пещере схуять из звуки. Нахера ты столько стекла тратишь? Ну, чтоб... Ты понимаешь, солнечный свет должен... Ты понимаешь, что ты можешь сделать нормальные окна из них? Бля, нахуй мне твои окна? Да давай я... правильно тратить блоки стекла. Я хардкор, блин. Богатенький, да. Богатенький. Я вот, короче, вот так сделаю. Бигло. Вот. И что это за хуйня? Вот все. Что это за хуйня? Все, это стена славы. Ты мне проебал, нахуй, ресурсы, слава. Нафиг они тебе нужны?